ВОН собрали уже достаточно доказательств против сирийского лидера Башара Асада, чтобы осудить его за военные преступления. Расследованием занималась спецкомиссия при Организации Объединенных Наций, но дойдет ли дело до суда, пока не ясно. Член комиссии Карла Дель Понте заявила, что пока Совет Безопасности не создаст специальный трибунал, дело против сирийского режима не сдвинется с места.